members of the Senate, of the House of Representatives, yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The common time in the affairs of men, when they must prepare to defend not their homes alone, but the credit of faith and humanity. Остров Макин. Один только песок и небольшая военная база японцев. Разведотряд Миллера высадился там почти неделю назад. С тех пор от них нет никаких вестей. Ждать мы не будем. Отправляемся туда. Хотя, скорее всего, все они уже погибли. Если слухи о японцах правдивы, смерть – лучшее, что ждало их на острове. Думаешь, если ты молчишь, это значит, что ты сильный? Ты не сильный. Ты просто упрямый. Ничего им не говори! Черт побери! Все американцы такие. Убейте обоих! Пошел ты к черту! И самого Цюкнай! Миллер, слава богу, ты в порядке! Они у нас заплатят за все, что сделали! Ублюдки! Хватай винтовку! Наведем шухер! Ройбу! Дай сигнал ударной группе! Мы идем! Пошел! Пошел! Правый план! За левый план! Наступаем! Вперед! Сюда! Пошел к чертям! Держись меня, брат! Они направляются сюда! Перебить этих ублюдков всех до одного! Следить за флангами! Не дайте им окружить нас! Снова занять его!
Отделение поддержки высаживается прямо впереди. Пошли! От этого места у меня мурашки по коже. Что здесь? В этом дерьме как дома. Ушки на макушке. А это еще что за хрень? Во, смотри! То ли храм, то ли еще какое-то дерьмо. Дерьмо! Мина ловушка! Вот они! Держаться! Отделение поддержки будет здесь с минуты на минуту. Займите местность, ребята. Дерьмо! Их накрыли! Их прижали к берегу! Японская пехота идет по реке с запада! Тройку! Мы идем на правом фланге! Пошли! Гаси этот прожектор! Хороший выстрел! Пройти через все это быстро и чисто. Вы слышите меня? Быстро и чисто! Будьте настороже. Что за черт? Кто убил этих парней? Запросите по радио, не проходил ли здесь перед нами другой отряд. Засада! Вперед! Заделите! Лагерь прямо впереди. Шевелите. Тройбук, заводи грузовик. Миллер, проделай дыру в этой бочке. Пошел, пошел. Иди высаживай отделение Кастона. Это наша точка выброса. Миллер, поддержи меня! Давайте, пошли! Все,
Беречь эту дверь, Миллер. Давай за работу. Продолжай ставить заряды. Несколько минут до взрыва. Заряды установлены. Мы уходим. Быстро! Залива! Надо, чтобы Джерри поставил взрыватели. Мы должны добраться лодки! До точки высадки. Живо! Как можно быстрее. Миллер, давай за мной. Заряд готов к подрыву. Пошел! Они повсюду. Только не говорите, что все взрыватели да, испорчены. Лучше не надо. Спустя 3 года после штурма Макина мы планируем атаку на остров Пелелиу. Наша задача — захватить аэродром и подорвать систему снабжения противника. Здесь у нас не только старые знакомые, но и новобранцы. Среди знакомых лиц Миллер, сержант Салливан и я. Нас называют стариками, а ведь каждому из нас нет даже 30. Время! Удачи всем вам! Так оно и есть. Держитесь вместе, и мы разделаемся со всем этим дня завтра. Вот они. Ублюдки даже не поймут, что их убили. Флот выбивает дерьмо из этого острова 2 дня подряд. Миллер! Как только мы подаем сопротивление на плацдарме, ты садишься на радио и запрашиваешь огневую поддержку. Ройбук, я хочу, чтобы ты как можно быстрее проверил место высадки на линии деревьев. Будь на позиции, когда мы двинемся в путь. Что за черт? Это был один из наших! Твою мать! Восточный хребет! Остановите миномет! На позиции! Еще один транспортер! Быстро! Пригнуться! 20 секунд! Слышите меня? Надо убрать эту штуку! Эй, дерьмо! Спасибо! Опускай аппарат! Они могут перейти сюда! Я бы сказал! Мы его пороли! Опускай аппарат! Огонь высокоэффективный. Вейка 8-1, азимут 35, дистанция 28, залп. Перегруппироваться по линии деревьев. Пошел! Откуда ведется огонь? Не дай им прицелиться в тебя! Пошел! Пошел! Что, черт побери, пошло не так! Потери! Даже не предполагалось, что мы встретим там сопротивление! Ракетный удар, должно быть, слегка успокоилось. Всем лежать! Что нам делать? Выдвигаемся! Ищите сержанта! Они вон там! Дерьмо! Сними
их оттуда! Пулеметное гнездо! Ложись! Живо! Огнеметчик наперед! Тихо, черт! Не жгут штыки! Если припрет, пустите их в дело! Координаты получены. Цель поражена. 25 секунд. Я их отвлеку! 15 секунд. Они уцела! 10 секунд. Ты нажимал! Подай! 5 секунд. Готовы поддержать огнем. Укажите расположение цели. Укрытие! Цель принята, огонь на поражение. Залп по цели. 25 секунд. Кто-нибудь это слышал? 10 секунд. Граната! 5 секунд. Прыгнись, придурок! Залп фугасными на подходе. Салливан! Дерево! Какого черта он там делает? Хороший выстрел! Они лезут прямо из травы! Сними его! В траве! Держаться вместе! Дерьмо! Вот они! Всё! Всё укрытие! Эгрупируйте у грузовика! С этого момента всем тщательно просматривать место. Они могут быть где угодно! У нас подстрелы! Мы под обстрелом! Вражеская граната! Да,
Заходите на огонь, Вейкер-25. Попадание в цель уничтожено. Прекратите огонь. Вот они! Мешков с песком! 15 секунд. 10 секунд. 5 секунд. Возможен ракетный залп. Подтверждаю. Прекратительный огонь Вейка 2-5. Попадание. Цель уничтожена. Прекратите огонь. Секунд. 10 секунд. Готовы нанести ракетный удар по побережью. Внимание! Они приближаются! Шевелитесь! Со скалами! Вверх по лестнице! Сбросим их отсюда! Открываю огонь. Прекратить огонь. Цель уничтожена. Парни, стоять на чеку! Перезарядка ракет завершена. Готовы открыть огонь. Координаты получены. Рядом с деревянной стеной. Ложись, твою мать, граната! Цель поражена. Хорошая работа. Ожидаю координаты внимание цели. Внимание на меня! Что дальше, Сарч? Зачистить местность! Ожидать дальнейших приказов от майора. А всё остальное когда? Скоро, Полонский. Скоро. Нет! Салливан! Нет! Держись! Все будет в порядке! Санитара! Санитара!